Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, сегодня поиграем в игру, которая называется DC World Collide. Поехали. It all began with Pandora's box. When the box was opened, it opened the door to damnation, and disaster soon followed. Так, ну что, ребята, как я понял, некий чувак вызвал антигероев. Вот они. Угу. Клоны против оригиналов. Так, ну здесь русского языка, как я вижу, нету. Поэтому не буду даже стараться тут переводить, потому что с английским не очень хорошо у меня. Ага, массовая атака есть. Это типа флеша, да? Подожди-ка, они, по-моему, здесь сами по себе сейчас дерутся в данный момент. Я вообще не принимаю никакого участия. Вот, говорят, кликни сюда. Ну давай, посмотрим, что она делает. Танцы? А, хилит. Чудо-женщина. Ну-ка, давай посмотрим. Ну, нифига тут, ё-моё. Хорошо им сейчас досталось, кстати. Так, теперь Бэтмен на добивку. Так, и... Женщина-кошка. По-моему, все, ребят, они здесь победили. Анти-супермен, да? Фига, он тут раздухарился. А где наш супермен? Который добрый. Че он там устроил? Какой-то апокалипсис, ё-моё. Мы все против него. У меня вопрос, а что вот это за чудик? Так, это понятно, Флэш, Бэтмен. Ты серьезно? Мы даже урона не наносим, я офигею. А, это ребенок Флэша. Так, ну что, давай посмотрим, что он тут умеет делать. Фига, он закилял, блин. Слушай, ну уже хорошо, ну музыка. Во, пошло, ребят.
наверху полоска жизни, но у него 5 полосок будет хпшек, прикинь. Что-то сейчас будет недоброе. Все? Вот так вот просто одним лучом всех убил? Silas Stone designed the lab's quantum shield to protect it from any attack. Here. Зашибись, отпечаток пальца нужен, да? Most of the devices here could easily laser your head off. Ah, I could have used these in my criminal days. И это еще кто такой? А, охранный робот. Я понял, сейчас будем мы с ним драться. Файт. Ну да. Как же я обожаю игры такого плана. Так, ну тут понятно, тут показывается ход. Чей когда будет, это стандарт. Так, это у нас энергетические блоки, ну ячейки. Когда они накопятся, ты можешь применить супер удар. Ну-ка, проверим. Так, этот удар мы уже видели. На, слушай, давай. Ох, чё. Блин, ну вот эти вставки прикольно сделаны на самом деле. Так, 600 опыта мы получили и 2000 монет. Удар, конечно, не кислый был. Так, это, видимо, наша база. Так, что у нас тут? Мы в Готэме, да? Это жилище Бэтмена. Давай, давай, крути, крути. You just never get tired of these techie toys, do you? Ah, your collections. So, this is the mother box. Кликнуть. Don't. Блин, они явились сюда. Зеленый фонарь, точнее антизеленый фонарь. Пришли за шкатулочкой вот за этой. Слушай, а у них силы-то будет побольше, у них 2000, у нас всего 1000. Чувак с топором какой-то, ну, допустим. Ага, вот у нас получается, что зеленые сильны. Погоди-ка. Зеленые сильны против синих, а интеллект против красных, да? А красный против зеленых. Вот такая вот система здесь идет. Поменять местами? Файт. Ну что, давай посмотрим. Эти все тут говорят. Ну, неплохо пока. Вот там фонарь. Твою налево, что творит, а? Ну, проверим. Просто чудесно. У нее и кошечка тут есть. Так, это что-то мы такое новенькое получили. Пока не знаю, ребят.
Так, ты получил кубок. Он ничего себе вырос. А, кубок это, наверное, призывать персонажа, скорее всего. Точно, ребят. Ух ты, это кто такой? Бэтгерл? Прикинь, мы с тобой получили нового персонажа. То есть это девушка Бэтмена? Ну, типа того. В первый раз вижу такого персонажа. Да, Бэтгерл. Надеюсь, она крута. Чё Бэтмен хочет, я не могу понять. Чтобы она встала на него, что ли? Блин, плохо, что, конечно, русского языка нету. Было бы прикольно почитать бы здесь. Так, ну что, у нас вызов вот сюда вот. В эту точку. Слушай, ну сделано прикольно. Довольно так милая анимация. Мне нравится. Пока. Какая-то, наверное, военная база, да, в Арктике. Какой-то хмырёныш сюда пришел. Опс, я думал, что он один. А он не один. Бэтгерл призвали. Слушай, ну дерутся они автоматически. Единственное, на что я могу повлиять, это, видимо, только на суперудар. То есть вот так вот нажимаешь. Не кисло. Это мне нравится. Такой деловой. Все, сдулись. Ага, призвал он этот дрон. Видимо, какой-то экспериментальный. Так, и что? Пришли мы на эту базу. Ага. Ну и дальше мы вот так вот будем двигаться, как практически во всех играх. Старт. Минус огнеметчик, минус автоматчик. Отлично, прожарили мы их. Так, ну это можно пропускать. Смотри, мы нашли какой-то шлем. Там броня была, а тут шлем нашли. Видимо, какой-то костюм собираем. Характеристики. Так, Бэтмен что-то у нас готов. А, автоэкипировка. Вау, смотрите. Он стал сильнее. Ну, конечно, стал сильнее, потому что экипировку нашли. Вот я тебе говорю, шлем, броня. Тут, видимо, все, и потом будет повышение, скорее всего, уровня. Наверное, это так работает. Тут ранг. Ага, вот здесь мы вставляем какие-то чипы, судя по всему. Скиллы будут новые, как ты видишь. И резонансы. Пока не скажу, что такое резонанс. Но это можно будет все потом, естественно, посмотреть.
Так, женщина-кошка, у нее есть новый резонанс. А, это, наверное, ребята, знаете что? Синергия. С кем она будет взаимодействовать? Ну, давай попробуем с Бэтменом. Атака 5% идет. А, тут можно со всеми сделать. Ну, тогда хорошо. Так, и Бэтгерл, тоже резонанс. С женщиной-кошкой идет бонус. За это, естественно, ты тратишь монетки. Так, ну вроде бы здесь все. Так, пошли дальше. Ох, ё-моё. Аргус. Трехзвездочный. Слушай, он мне что-то напоминает Армагона, друзья. Серьезно. Он тем более этот танк, таунт. А это что такое? А, это автобой. Бэтмен. Сейчас этот мощный удар будет. Ух, хорошо-то как. Да ладно, мы получили карточку на вот этого вот. А, мы вообще его завербовали, прикинь. Король-акула. Или королевская акула. Нифига себе, ребята. Так, рекомендуемая позиция на первых рядах. Ну, потому что это у нас танк. Отлично. Такой крутой. Ну, действительно, как Армагон напоминает мне, только без брони. Ну что же, будем прокачивать его. Написали, что новый персонаж нам теперь доступен. Коллекция. Характеристики. Так, опять на Бэтмена. Левел ап можем поднять ему. Ага, левел ап поднимаем, ребят, независимо от того, что есть броня или нету. Вот сумма денег для поднятия брони. Ты видишь, да? Или нет? Нет, ребят, это не сумма денег. Опа, 11 уровень. Подожди-ка, подожди-ка. У нас вот деньги, да? А это мощность, по-моему. Да, друзья мои, вот деньги. А это у нас мощь показывается, как растет. И также я могу, видимо, всех абсолютно прокачивать. Он у нас резонанс. С женщиной-кошкой почему-то только может. Там какой-то, смотри. Мертвяк какой-то. Это Куин, что ли, нет? Что-то похоже на Куин. А можно мне его... Так, автоэкипировка. И прокачать тоже мощь. Так, ребята. Что-то у нас новенькое доступно стало. Принять. А, у нас нету... Или есть? Подожди, у меня... Это 10 карточек нужно таких. Тут одна. То есть можно получить эпического героя. Бесплатно. Такие... Бэтмен сидит, женщина-кошка тут лежит. Так, подожди, дай-ка я еще характеристики поюзаю. Так, женщина-кошка, давай мы тебе тоже левел прокачаем, малька. Ага, мы получаем награды, видимо, до определения какого-то уровня. Автоэквип. Отлично. Все, да, больше ничего мы здесь пока сделать не можем. Ну что, погнали. Следующий уровень 1-4. Так, а можно мне... А поменять? Поменять я хочу. Во, совсем другое дело. Сейчас посмотрим, как это будет все примерно выглядеть.
Угу. Хорош, смотри, как она наяривает. Мне покажут? Во. Пум, просто пробивным. Просто пробежал кулаком в морду и все, ребята. И уничтожил. Так, следующий, 1-5. Так, я вижу там персонажа, который должен быть у нас. Видимо, сейчас мы, наверное... Так, а вот здесь вот что означает? Напрямки... Типа хорошо, в бок плохо. Что такое показывают? А почему вот здесь вот нельзя было стоять? Непонятно мне, конечно, это было немножко. Кто это, Кэнди? Ага, помню, помню, у нас такая была танцулька. Это Хилл. Мы можем автобой, конечно, поставить. Я бы хотел посмотреть на суперудар нашей этой акулы. Блин, мне просто хочется называть его Армагоном. Такой фотографируется еще. Отлично, 1-6. Опа. Вот награды, которые мы можем получить. Так, чувак. Поменять почему-то вот здесь вот. До сих пор не могу врубиться, зачем это мы делаем. Опа. Хорошо так бомбит, на самом-то деле. Давай, Бэтмен, устроим там карнавальную ночку. Изи. Так, ну с этими хламонами, я думаю, быстренько разберемся. С огнеметчиками. Так, что он там делает? Фига, он там отравление повесил. Еще и поджог повесил. О, смотри. У него есть способность хиляться. Вот что я тебе скажу. Так, это у нас какой-то амулет выпадает. Так, и что нам здесь хотят показать? Ага, мы с тобой выбили карточку. Итак, кто нам выпадет? Вот он, чувак. Как хоть величать-то тебя? Капитан Колд, Капитан Холод. Капитан Холод, откуда же... Где же я видел Капитана Холода? Это, по-моему, в Марвеле есть такой чувак. Дай-ка характеристики гляну. Автоэкипировка. Фига у нас тут денег сколько. Опа, а это кто? Константин даже здесь будет. Нифига себе. Мы получим его на 7-й день Константина, если будем играть. Фу, круто, кошечка тут у нас. Так, 5000 монет. Билет. А, 35 минут ждать нужно, понял. Так, подождите, а вы меня гонят, а не сразу. Я хочу еще здесь раз... Давайте повысим. Автоэквип не получается. Смотри, мы с собой в онлайне играем, потому что здесь, вон, поздравление, кто-то что-то выбивает, все пишется. Так, давай награду. Что такое, я не могу понять.
Так нет, отдайте мне эту коллекцию-то. Кстати, он фиолетовый. А, вон у нас, ребята. Оказывается, не просто нужны эти монеты или это. Нужны еще вот эти вот камни, чтобы прокачиваться. Вот оно что. И я тебе скажу, что это элитный боец, потому что он фиолетовый. Это круто. Ну что, тогда пойдем дальше. Мы перелетаем, видимо, в какую-то другую локацию. Угу. Тренировка? А зачем нам тренировка? Так, я хочу вот этого поставить. И поставлю я его, наверное. Не дают, а? Ну, это мы знаем, что обилки, вот это все. Вот так вот я сделаю. Потому что он страж, и этот страж, а эти бойцы у нас. Файт. Двойная скорость. Так зачем ты хиляешься, у тебя здоровье было полное. Нет, он хиляется для чего-то. Но то, что здесь есть двойная скорость, это, ребят, всегда хорошо. Потому что потом со временем, естественно, надоест смотреть вот эти все движухи, да? И надо будет нам, чтобы все это быстро продвигалось. Ох ты, смотри. Ультимейт. Когда у всех персонажей что-то заряжено, да? Выберите. Ну, давай. Так вот. Не? Не канает? Кастовать ультимейт. Приоритет. Ну, давай так поставим приоритет, фиг с ним. Так, скорость снизим, наверное. Опять он хиляется. Ну зачем ты хиляешься, ну, Армагоша, ну ё-моё. Красиво. Очень мило рисованная графа. Мне нравится, ребят, пишите в комментах, как вам. Так, что-то у нас тут есть. А, это магазин. Так, у нас на почте. Забрать все. Опа-на. А у нас, ребята, 5 карточек на призов. Но я пока, по-моему, пока сейчас не могу ничего сделать, потому что мы не на базе. А вот теперь на базе. А, блин, нужно следующие уровни. Так, смотри-ка, а здесь-то что у нас? Куин, Робин. Ага, вот у нас. Призов-то где? Ну-ка. Женщина-кошка, она у нас есть. И что у нас получается? 10 фрагментов. Это, то есть, на прокачку, я так понимаю, идет уже, да? Сколько там фрагментов нужно для того, чтобы улучшить? Bad Girl, тоже получаем 10 фрагментов. Опа! Друзья, это кто такой? Франкенштейн? Фига себе, ребята, мы Франкенштейна достали. И опять женщина-кошка. А это кто? Starfire? Вау. Ну, ё-моё, это какой-то олух. На самом деле, ну это обычный боец. Опа. Скари Кроу. Вот это я понимаю, друзья мои. Кстати, мы можем еще разочек попробовать. У нас вот хватает этих кристаллов пока. Ну, ёк-макарёк, давай еще. И последний разок. Вау. Ты-то кто?
Фантом Стрэнджер? Вообще ни о чем не говорит, если честно. Так, а это открыть... помощников, что ли, каких-то? Так, ребят, ну, персонажи у меня уже прилично. Ух. Что там они написали? Немножко не... Это если ты хочешь прокачать, что ли, да? Ну, проверим. Что там не хватает? Это нужно... Твою налево, я не пойму. Нет! Я ее понизил до первого уровня. Короче, ребят, мы взяли сейчас в данный момент просто... За 5 кристаллов мы все с нее сняли. Вот что я тебе скажу. Так, подожди-ка, там повышение ранга написано. Сейчас, секундочку. Где она? Повысить ранг. А, у нас же карточки, помнишь, были? Точно, ребята, мы повышаем ее. Опа-на. И что-то у нас новенькое, да, появляется? Скилл. Базовые скиллы. На 5-м ранге открывается новый скилл. На 5-м ранге. Блин, смотри-ка, это пугало у нас тоже. Оу, и Франк у нас. Короче, Бэтмен легендарка. И вот легендарная карта. Starfire. Давай-ка мы ее прокачаем малость. Starfire нашу. Так, что мы еще можем? Не хватает кристаллов, к сожалению. В общем, получается, как у нас? Легендарная карта, эпическая, дальше идет редкая и самая простая, это зеленка. Блин, Франкенштейн. Он напоминает мне какого-то орка. Элиточка. Так, он взаимодействует с нашим акуленком, да? Надо будет всех потом посмотреть. Так, кошечка, ты мне что-то хочешь дать? Угу. Так, 50 минут, и мы получим карточку. Тут ивент какой-то есть. Ага, это ивент на 7 дней, это я понял. Что еще тут есть? Новый сервер ивент. Бэтмобиль. А как его открыть? Ух. А, он стоит 3000. То есть вначале 200, 400, 600, 900. Вот этих вот коллекции нужно нам набрать, я так понимаю. Все. Блин, прикинь, Бэтмобиль этот получить было бы, наверное, прикольно. Ладно, двигаемся с тобой дальше на 2 и 3 уровень. Это кто у нас там? Это зеленая стрела или как его там величать-то? Ать, хотел же посмотреть новых персонажей. Ладно, фиг с ним. Так, накумарил. На. Он замороженный еще к тому же.
Тихо. Что ты делаешь? Ох, мощно он плевает. Фростбайт. Заморозили мы его. Есть. Ему крышка сейчас. Сдулся. Да, Бэтмен? Он сдулся, охламон несчастный. Так, нас опять вызывают. Фига он тут поливает стрелами. Типа приобрести? Ну да, зеленая стрела. Ага. А я не могу его приобрести. К сожалению. Блин, прикольный чувак. Так, тут-то что у нас? Это я все забираю. Так, подожди-ка, там... А это я взять не смогу, да? Или смогу? Не смогу. Улучшает элитные характеристики. Ежедневки. Так, еще где-то два задания, да, по-моему, выполнены. Или где тут? Это недельные ежедневки. Вот тут-то как забрать? Где они, две? А, вот они, ящики внизу. Какой-то ключ получили. Ампулу. Ну, я, насколько могу понимать, это, наверное, все-таки одевается. Архивы. Это столько персонажей здесь будет. Робин, Заната, Бизарро, Рейвен, Бэйн. Они что, все герои сюда решили воткнуть? Блин, как же я хочу, чтобы русский язык был в этой игре, а? Блин, я бы почитал бы с удовольствием. Да. Это были архивы. Так, ну что? Рацию мы ему воткнули. Все забираем в коллекцию. Так, вышли, да, куда-то. Давай попробуем сейчас, знаешь, что сделать. Например, возьмем Starfire, я хочу взять. Вместо женщины-кошки я хочу взять такой чувак прикольный с мечом. И, например, давай возьмем пугало. Просто посмотрим. Фига он там. В бой. Фига он сейчас... Он защиту поставил. Прикольно. Фу, вообще по барабану. Starfire слабенькая. Слабенькая. Вау-вау. Масуха у нее. У Starfire масуха. На тебе. Мечу. А это травит. Пугало. Ну что же, это хорошо, друзья. Это очень хорошо. Следующая миссия. Погнали. Да что ж ты хиляешься-то, а? Давай-давай, защиту ставь. Она нам пригодится. Ну, бас.
Смотри, что творит, а? Мелкая сошка. О, массовая атака пошла. Просто жажаривает. И этот своим мечом. На, на. Найс. Просто, ребята, найс. Так, подождите секундочку. Знаете, что я хочу попробовать сделать? Блин, а тут не поменяешь, да, получается? Опа. Пугало. Я, знаете, что хочу сделать? Я хочу вот так вот. Да, вот так вот сделать. И давай глянем, кто у нас. Прикольно он появляется из ниоткуда, из портала. Так, и пугало, как ты видишь. Кстати, это тоже защитник. Посмотрим. У него массовое отравление, оказывается, есть. Блин, пугало. Что он делает? Ох, не. Видел, у него массовая атака? Коса. Ах, как я обожаю. Так что мы на то же самое в ответочку. Блин, отравление висит. Три хода еще будет висеть. На, на. Фига он шпарит. Так, смотрим. А, он на себя вешает. Прикинь, он вешает защиту, ауру. Вот почему он танк. Мы вообще все в защите здесь стоим. Все, ему крышка. Прикольный чувак. Ну что, так, а что у нас такое? Авточеллендж. Поехали. Опа. Что-то новое мы открыли. Кликни сюда, говорит. Видимо, какие-то задания у нас есть, помимо основных. Ох ты! Крокодил-убийца. А что он здесь делает? Кликни на него. Так, кто такой? Mirror Master. Там я вижу сундук какой-то. А это что? Прибежал на костер кликнуть. Ты чего? Заморозили чувака. Файт. Ну тут стражи патрульные. Блин, я, знаешь, что думаю? Может быть... Взять, что ли, не взять. Три стража. Наверное, я сделаю все-таки вот так. И вот так. Поехали. Фига, они еще к тому же и замороженные все. Но это наш Фростбайт это сделал, да? Оттаивает потихоньку. Я хочу, чтобы пугало сделал массовую атаку. Ну что, ну что, ну что это? Вот она вот, вот эта вот девочка, да, круто жарит. Ее бы прокачать еще малька. Смотри, смотри, пугало. Фух, косой. Блин, ребят, пишите комментарии, как вам игра? Понравилась или нет? Так, мы еще один ящик с собой зарабатываем. 50 бриллиантов.
Что-то тут написано еще где-то три. Ага, двигаемся типа дальше. Ну да, это типа челленджа у нас получается. Максимум 10 хп. Заморозили. Переходим. А, это не переходим, это мы вернулись обратно на базу. Я тебе сейчас брошу гранатку, охламон ты несчастный. А в конце наверняка будешь ждать босяцкий какой-нибудь. Вот у танков одна большая проблема. Они наносят очень мало урона. Так, ставим защиту. Блин, по дальним позициям бомбят чисто. Отравление. Кидануло. Блин, ну ты бы мог же сделать массовую атаку. Вот. Давай, руби их. Победушка? Угу. Так, двигаемся. А, сундук. Пойдем дальше. Потушили, он перебежал к следующему костру. Так, защита плюс 30% дается. Ну что, как ты понял, мы потушили костер, заморозили. И, соответственно, сейчас будем их здесь разбирать. Пока они в заморозке будут стоять. Почему не в заморозке? Вот так вот наша команда. А, мы можем. Прикольно. Можем так вот смотреть, изменять. Ну что, поехали. Нет, все-таки они замороженные были. Я думал, почему они не заморожены, вроде бы как бы использовали с тобой, да? Это? Так, оттаивает. Потихонечку. Опа, контратаку что ли повесил? Вот это контратака вроде бы, да? Или что это такое? Не знаю, ребят. Давай, вжаривай. Блин, чисто по дальним целям бомбят. Вот и все. Вот и все. Так, двигаемся дальше, смотрим. Сундук заберем. Да, нам надо сюда. Оу, финальный босс. Так, потушим. Блин, потушил. Он сюда прибежал. Я думал. Ага, вот. Заморозили. Киллер Крок. Так, ну что, ребята, Киллер Крок напросился. Я вот единственное, что думаю. Слушай, у них мощей-то дофигища. Во. Так, 10-й уровень. Блин. Ладно, попробуем. Защита — это всегда хорошо. Защита — это очень хорошо. Но он, правда, сбил, офигеть. Ну, крокодил, видимо, мощный, да? Сбил защиту сразу же. Сосунок. Был сейчас прижущим. На тебе. Блин, он может убить. Посмотри, он очень, у него дамаг офигенный. Но он не успел.
Да, пугало. Готово. И мы с тобой зарабатываем все сундуки, которые тут были. Так, крит шанс 15%. Ух ты, шлем. Повержен. Нет, это нам не надо. Я не знаю, зачем так надо было делать. Подожди, а почему только один сундук-то открыл? Так, тут еще что-то у нас сохранено. Что это такое? Чего? Мы еще и базу, что ли, будем построить? У Bad Girl появилась своя комната, прикинь? Что это, блин? Не пойму. Мы типа отправили команду на поиски, да? Так что ли это можно объяснить? А здесь, например, что? Ага, видимо, нет чертежей. Хотя нет, подожди, вот тут нарисовано, что можно построить. А, нету персонажа. Может быть... Персонаж есть, но, видимо, нет чертежа. Видишь, да? Чертеж. Понял. Хорошо. Так, забираем. Через 70 минут получим 10 тысяч монет. А в данный момент мы можем призвать еще одного персонажа. Или получить дубликат. Десять карточек на Капитана Холод. А вот это что такое, ну? Легендарный. Ух, у нас Бэтмен легендарный этот. Так, тут еще у нас пооткрывались. Нет, это нам не нужно. Тут еще будут доступны два каких-то задания. Да про Константина я понял. Все, ребята, получили мы с вами 1000 самоцветов. Ну что, ребята, давайте, наверное, мы с вами на этой ноте закончим эту серию. Пишите в комментариях, как вам игра зашла, не зашла, будем продолжать или нет. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.